Ребят, это новый капкут у нас, темплейт. Первоклассник, который еле разговаривает, только вчера срал на горшке, еще молоко на сквозь, в хвосте вам, который больше его сомал в 5 раз. Ебать, ржака. Ржака. Разрабом шутера Unreal. Бля, вы посмотрите, какой шутер вышел, выходит скоро. Пришлось реально похож просто космически. Это действительно игра. Многие игроки здесь не поверили в этом. В правдивый Engine 5. Чик запускает виртуализацию и демонстрирует рендер локаций. Забей, в конце ролика чувак. Мы также видим полет сквозь стены. Но даже после этого остались скептики. Помните, как та игра, где надо типа в доме бегать от хоррора, от скримера? Вот то же самое, только стрелялка. Бля, мне кажется, скоро игры выйдут на новый уровень. На полярности. Блять, я не знаю почему, но 7. Некоторые люди рождены. Ты хочешь, чтобы я. Наш друг? Ты хочешь, чтобы я. Гуля за тебя. Да все, в принципе, закончил. Дэм, черт, мне надо ехать. Ну вот, видите, реакция уже 200 тысяч просмотров набрала. Его шаблон, его нельзя менять, пон. Осла! Ага. Да боже, ты можешь выйти из комнаты? Я хочу побыть одна, выйди. Моя младшая сестренка, посиди со мной. Но я тоже навешался на шею постоянно старшего брата. Это нормально, блин. Все мелкие вешаются на шее старшим. Я нет. Ну ты, значит, неправильно была младшей сестрой. Меня тоже брат хуесосил. Я маме жаловался, чтобы чтобы он со мной сидел. И, короче, он через силу со мной сидел. Вот так вот. Понимаете? Мне мелкие пердели в комнате убегали. Не, ну просто хочется, понял, когда мелкий, хочется стать... Как старший брат или как старшая сестра, вот чё. Всегда. Брат куклу ломал. Кто понял, тот понял. Я хочу про любовь. Ничего, я очень люблю тематику любви. Про любовь. Мои милые. Сами на этой фотке. Бля, ну посмотри, какой вид. Иди ты делать. Ой, ну смотри, солнце. Я просто так давно хотел сказать вам. Идите нахуй. Ваши формулы лучше. Ни один пример. Я вообще по-другому представлял исполнителя этой песни, когда увидел там что-то там, какой-то тикток с ним реальным. Я такой думаю, блин, лол. Я по-другому представлял. У меня новый крен. Так он же омолаживающий. Мне одобрили гринкард. О да, Хистишкины. Мои папа и дядя не одобрят, я буду сейчас сюрикан. Что это? Взяла, когда-то отодвинулся на 0 миллиметра. Ну смешно двигается просто, ты не выкупаешь. Хейтер. Я Диппинса. Это ладно, у меня вопрос, что с чатом Диппинса. А что с чатом Диппинса? У нас две кнопки только ахахахаха. И... 7. Что? Хуйню несешь какую-то.
Ебать, герман классно, оказывается. Гей. Если вдруг это смотрят какие-то блогеры, то они явно не удивятся, потому что это для многих, в том числе и для меня, не было особой новостью. Но поскольку сейчас, в том числе из-за того, что Герман дружит с Лизогубом, эта история начала особенно сильно распространяться. В том числе после того, как Германа из-под тишка... Сейчас не спамьте семерок, братва. ...в гей-клубе, как он сосется с двумя мужиками. Кстати, в том числе эта история наберет невероятные обороты, как минимум потому, что Лизогуб запросил проверку на Милану Петрову из-за того, что она пропагандирует нетрадиционные семьи. А этот, короче, Герман просил со мной встречаться, поняли, чтобы вы понимали? То есть мы с ним виделись несколько раз. Ебать, да ну нахуй. Что? Когда я еще тиктокером был, поняли? Ой, бля. Семейные ценности. Ну и поскольку Лизогуб дружит с Германом, у многих возникают вопросы, а какого хуя Германа тогда никто не проверяет. Это видео из гей-клуба, где Герман сосется с двумя мужиками, будет у меня в телеге. Ну, на этом все, будем смотреть, что будет дальше. This is trash, guilty, ухожу в сиську. Охуеть. 10% энергии, 100%. Это мой коллега. Бай, красава. Я стану Хоккайо. Я хотел сам снял, что мы сделаем цену. Это я? Обзор масок с младшим братом. Как тебе маска? Круто. Ну? Настя, у тебя такого идея нет. А биби! Ой, расскажи что-нибудь о своем старшем брате. Да там нечего рассказывать. Спасибо большое. На 100 тысяч рублей. Что это такое, бля? Эй, бро, пообещай мне не сдаваться сейчас. Обещаю. Я обращаюсь к Владимиру суперкрасивый Путину прямо в начале лет. Своего куплета. Бро, отмени нахуй возраст согласия. Он не дает мне ебать малолеток. Я обращаюсь... Нихуя себе, смотри, как она шагает! Шагай нахуй! Нормальный микрофон был. Странный танец этот. Какой кукловод, он скорее. Меня зацепило лишь твоя тату. Шлюха, шлюха, ну какая. Блин, да, вот опять же, вот смотрите. Просто ебло мое 23 часа назад. Лайков больше, чем на видосе с Эдитом. Ты хочешь, чтобы я. Ай. Да все, в принципе, закончил. Дэм, черт, мне надо ехать. Меня почта дома. Ну, смотрите, этот видос этот больше, чем я лайков собрал, ты понимаешь? Почему, вот почему лайков 270 тысяч, а на стриме сегодня не было 270 тысяч человек? Почему так? Почему так? Делайте и говорите, на стрим. Самое интересное, видите, доржался. Отметили Диппинс, хэштег Веснипинс, Зимипинс, Диппинс, Дипа, 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 Кипа, Чипа, Сипа, Дриппинс, Пиппинс, Кукатюпунс, Ульту, Пупец, Тапис, хэштег Рек. И вопрос. И вопрос. Можно его название канала ПЖ? Понял. Как его канал называется? Бля, посмотри на меня, пиздец. Какое же элитное общество. Угу. Не Эдит с Наруто начали попадаться. Проебало пары. Ну сюда тоже можно было на хайп залететь. Конечно. Tell me again. What? Damn. You.
Ну хватит бегать, ты рыжий засранец, блядь. Ты под хвост сувал, ты тот дебил, блядь. Free Fire уже кричал. Пинг. Всем привет, я тайская мина. У меня есть два тайских говна. Я ждала ответку твою, а теперь я иду в пизду. Так полегчало, что без тебя лучше. Иди к своей грязной чукче. Теперь я одна, ты бы знал, как классно. Тебе не понять, собака блохастая. Ну, за что собака блохастая назвали? Снеси. Какая тупая, только жопу утри. Я на бите, а ты под рингом. Ты не боксер. Скушай-ка рингом в пятом. А, чё за суету было? Тимур, Тимур, аккуратно. Дыра. His name is Gar. The demon that only loves itself. Мамы нет. Одни кости. Очень смешно, долбоёбно. Это не смешная шутка. Это не смешно. Пообщался. Я не понимаю, почему братишкин ко мне такое внимание. Так, спойлеры. Вот не верю. Да блять, ставьте на задний фон меня нахуй. Давайте, давайте все-таки тиктоки будут как бы тиктокерские, да? Движ. Спасибо большое. Кстати, мне кажется, знаете, что, о чем мне нужно отказаться? Душа от родителей. О-о. Спасибо большое. Объясните мне, пожалуйста. Ем лимон и слушаю Даню. Нормально. Дай, пожалуйста, номер, чтобы мы с тобой потом созвонились. Циферки у Рани, родная. Ага. Лов, встреча с Дайвинчиком. Блин, столбалась уже ждать. Чё? Это он? Какие-то странные мне попадаются. Ну и как мне теперь слиться, блин? Это же ты с Дайвинчиком. Чё ты не сказал, что ты болеешь? Я не болею, но... Все, пока! Подожди! Ты что, тебе не нравлюсь? Нет, не нравишься! Блин, а так, подожди, сейчас, а так! Как так? Чё? Ну, а теперь нравлюсь? Слушай, по-моему, я тебе уже дала понять, что ты мне не нравишься. Подожди, стой! Сейчас открою. Правильно, купи себе мозги. Вывез. Пока не разобрали. Тебе легче было бы со мной. Ты ёбнулась, что ли? Конечно, сосала. Я ему, во-первых, сосала, дрочила. Он мне лизал, дрочил. Что сказать, мы пытались ебаться. Он вставлял мне свой член. Без рофла, я тебе сейчас говорю. Но потом мне стало больно. У меня, блядь, кровь пошла. Ты ёбнулась, что ли? Конечно, сосала. Нихуя себе. Наши пути расходятся. Это нормально. Нас разведет по сторонам, чтоб не столкнулись лбами. Все заблудится, поздно или рано. Любовь такая штука, оставляет шрамы. Наши пути расходятся. Нормально. Я хочу сдохнуть, я себе вены резала, я в окно прыгала. Давай мы тебе достанем пирсинг. Нет! Девушка, которую он встретил. Значит, отписываться? Ну, типа, сменил ФД. Это нормально. Стираешь все, что было. Вообще, я тоже не знаю, как это делает. Ну, как можно объяснить человеку, который вырыт одного и того же чела 8 лет? Мне это незнакомая вещь.
За хуйня. Сидим на обоссанной... Это шуточный анекдот был вроде. Не-не-не-не-не, я проверил, хэштег рофл не было. Бро, там, по-моему, моя пепси была, ты не пил? Бля, чел, интересы меняются. Да, блядь, ну, пожалуйста, что... Я... Вот мне интересно, вот меня вкидывают в комментариях, отвечают чуваки вот эти вот, которые этим занимаются. Типа, бля, чел, интересы меняются, ну... Ладно. Какая мне хуй разница? Я ж про себя говорю. Не знаю, мне просто кажется, что, типа, присутствовать в ФД вот для таких чуваков, которые, как бы, на показ каждый мув выставляют, то, что там отписываются, или там, наоборот, подписываются, для них ФД быть, это, типа, значит делать видео, там, поняли, что-то вот активно делать. А уйти, это значит просто полностью все обрубить и начать другому чему-то делать. Я, честно сказать, не понимаю, потому что это что-то мега-зумерское. Это прям мега-зумерское. То есть я рос, когда не было ни ФД никаких, ни вот этой всей темы... Просто была аудитория, я был частью аудитории, вот как было. Вот, а сейчас ФД, МД появились, вот это все. Так это. Бля, заебал с этими высказываниями. Какими высказываниями заебал-то? Про ФД и т.д. А чё заебал-то? Чё ты же этот день мусолишь эту тему? В смысле мусолю? Вы чё, обиженные, что ли? Я просто пролистал видео ТикТок и сказал. Ну даёте. Или троллите меня, что ли? Вы чё, с ума сошли? Шеф Сила, похуй. Прислали проект на сведение? А там такое. Автоботы. Идите, прорезываем все, идите сюда. Когда потому что тебе она нравится. Блять! Почему я думаю о ней? I'm the one they call the bully. Но сегодня я плачу. Заказала такси домой. Привет, меня зовут Вика. Из 2020 года я безответно влюблена в Полдовея. Привет, Вика. Так появился он. Родители не отпускали тебя никуда одной, делали все за тебя, а теперь наступило рассуждение, надо давать себя голову. Ты боишься жить одна, и ты так боишься делать все в убе. Так появился он. Понял? Ребята, сегодня я буду жестко трахать секс. Да. Манера крутит мир, дабл... Ебать, это Roblox, чел, забей. Что это? Ты посмотри, это Roblox. О май гад. Я думал, что рухнет взят, но он пришел на второй раз. Жиза, хэштег жиза. Не могу придумать, как я тебя наверное для ресторана. Я ваших матерей ебал. Меня зовут Настя, мне 13 лет, и я из села Малые Хуйки. Я училась в 7 классе и собиралась поступать в университет по специальности вебкам-модель, но в один момент мои планы изменились, ведь я узнала, что я беременна. Отец моего ребенка, Егор, самый настоящий профессиональный баскетболист. Ему 25 лет, и он уже успел 8 лет отсидеть на зоне, по статье за изна крупного рогатого скота. Однажды вечером... Блин, почему у пацанов смешнее получаются такие вот хуёвые видосы? То есть вот этот вид видосов можно отнести к разряду хуёвых.
То есть в целом. Ну вот хуёвый, может потому что мы хуёвые, пацаны. А? Ну я охуенный. Вот. А когда, понял, складывается плюс на плюс, дает плюс в квадрате даже. Нужна, нет, права. Какой хуёвый. Нет, блядь, это шедевр видос, я думаю, как он, блядь, не в галерее еще, сука, не в петербургской. Вот это шедевр, блядь, прости меня, пожалуйста. Пиздец. Вечером он принял меня за корову. Так может, в натуре, себе... блядь, токсичным стать, а? Я губы маленькие сам по себе, и мне приходится докрашивать. Так. Шутки будут, да. А долбоёбы в зале из зала уйдут? А ты что за критик такой, скажи мне? Ты так, блядь, чуваки, цветочки, вы что? Ну, кто вот кто на серьезных щах думает, что... Что у меня на стримах происходит? Это, типа, токсизм какой-то или еще что-то? Вот на серьезных щах кто-то думает, типа, блин, зло какое-то? Не, чуваки, вы... А вот не... здесь, наконец-то, я вижу российские флаги вы и попал, комментарии... Блядь. Ты прикинь, просто попал куда-то, нахуй, внезапно. Вы не в курсе, что такое еще, когда будет агро реально? Если, точнее, в принципе, что такое реально агро, что такое реально токсик. То есть, на таких стримах сидеть просто неприятно было бы. Ставь хэштег рофл юмор в описании. Бля, может, в натуре каждый стрим, сука, делать хэштег рофл? В натуре. Тогда просто все отменяется. Вот тот, кто не заметил рофл, надо будет просто отмечать. Блин, чел, ты что не видишь, что ли, сука? Там в названии стрима хэштег рофл. Пиздец. Характер... Россия не имеет никакого... Я спасу курицу. Давай, выходи. Я спасу курицу. I am... Мой канал. Not... Тут вообще изи, ребят. Чей-то инсайд. Эй, что к тени лезть пук, и думаешь, что он поможет тебе. Кому ты обосралась? Послушай. Алло, здорово, отсосители. А. Пошел нахуй. О, мясо. Ой, пошел нахуй. Все... Пиздец. Сын, блядь, это... Вот ваш кофе, пейте с удовольствием. Спасибо, но я не буду его пить. Вот скажите, что мне делать, а? Че? Помните, вот у этой серенькой... Ну ладно, блин, ладно, чё? Вот скажите, что мне делать, а? Помните, вот у этой серенькой кошечки родились котята. Угу. Давно. Они уже вон. Какие большие. Залупачи уже болные. Теперь у меня родила еще одна кошечка. Сегодня. И это... Няня. Повитуха. Все время ползет к ней в коробку. Вы представляете, а? Вдвоем готовы выкармливать. А с этими что? Извините. Куда их мне? Детдом. Кто будет их кормить, тех? Посмотрите на нее. Боже, еще этой помогает, а? Ну а что, бля, мама бросила? Куда еще идти? В детдом идти? Бля, ребят, если вас мама бросит кого-то в чате, просто знаете, в детдом идти надо. Что делать? А папа, этих, что ли? Мамашек этих. Не знаю, у меня такого жизненной ситуации не случалось. Вот так. Крыса. Сейчас рублю дерево, если это уёбище упадет прямо на мой дом, я, блядь, просто... Погоди. А как это мы скакнули от 150 тысяч к 20 миллионам? Рисковато для 30. Миша, ну-ка быстро вставай. Бля, эти эффекты меня добивают. Уолтер. Убери клочьям подальше, Уолтер. Мам, правда очень вкусно. Просто можно в следующий раз лук не добавлять? Я его ненавижу.
Звук, собственно, можно не добавлять, да? Можно и яйца не добавлять. Голос должен быть не... Да, блять. Иди нахуй. Я же один и понял, что уже три дня не разговаривал. Вроде не забыл. Вроде не забыл. Бля, у меня вот была вот мысль, короче, когда-то, да, когда у меня был подростковый максимализм. Я думал, бля, типа, вот стану жестким Dead Inside'ом, не буду говорить нахуй неделю просто. Буду молчать. Буду приходить в школу и вот так сидеть, типа, загадочно молчать. Так вот. Так вот, всегда буду просто молчать. И потом просто скажу, бля, просто буду молчать, понял? Перестал факаться с этими белыми. Вот по-любому же сидит в телефоне, нифига не делает уроки. А, ты алгебру учишь? Ну, учи. Короче, я уже настроилась поругаться. Почему такой бардак на столе, а? Б. А? Смайл? Вот это вот мамина. А? Am I tweaking? Сука, ну заслуженно. Ты чего плачешь? Маму потерял. А где мама? Где-то тут. Как ее зовут? Блин, забыл. Это... Блин, забыл. Ты чего плачешь? Да сука, что за тиктоки тупые? Я звоню прорыв, он уже так загрызает, ты заберешь мне бабло. Стык в стык поставила две коробки, теперь это пошла к тем. Блять, и кого в дом в итоге слать? Ну, а что? Что делать-то? И откуда там девочки? Подкидыш один? Подкидыш уберите. Вы определитесь, что делать-то? Забирай свое, бля. Серое. А? Что делать, девочки? Малыш. Та самая девка из глаза открылся. Бля, какой бред. Сейчас капсу хочу. А тогда сижу, слушаю, как нас учит учитель, резко знаю, просит на слово джунгарик, лось, пылесос, пупырышка, балалайка, гном, пашмак. Нихуя. Уха нету правого. Главное в твоей жизни. Как бы это банально не звучало, но главное в моей жизни это получение удовольствия. Тоже дрочить любишь? Когда купил айфон, а он оказался паленый. О, блядь! На секунду задумался за ним прыгнуть, по-моему, инстинктивной. И такой, о, блядь! Когда купил айфон, а он оказался палёный. Да. О, блядь! Пиздец. Когда купил... А купил по цене реального. Не, гайс, ну этот стрим... А потому что слово... Привет. Слушай, что у тебя за короткая юбка, я не понимаю, я тебе вообще разрешал ее носить или нет, блядь, что опять? Ты вообще, блядь, непослушна. Симба, ну что? Ну что ты, Симбочка? Готов?